А там я не знаю, как. А куда? Много. Куда? Сереж, куда? На парк Горького? А где еще выходить? Где вам, бабушка? Бабушка, вам на парк Горького? Да, все, да. Парк Горького. Все равно через Чапаева ехать уже перекрыто. Да ну мост-то закрыт. Уже 3 месяца. Ну, когда взорвался он. А как же 52-й ходит? Да его вообще не делают. Сказали на несколько лет. Да? А как же 52-й? Это маршрут? Я не знаю. Либо через Чапаева, либо через 7-ю больницу. Не, через Чапаева там ничего не делают. Значит, через 7-ю. Не, вам как надо? Но я... Вам это... к центральному входу парк Горького? Да, нам... да. Хорошо. Ну, через 12-ю это... Через 12-ю, да. Не идет. А нет. Это больницу. Не это, не регистратуру. Все, я поняла. Да. Ну, у нас вариантов два. Либо Чапаева, либо 7-я возвращаться. Это уж далеко. Конечно, через больницу эту. Ну, не поликлиника, я не... Через 7-ю больницу. И вы туда прямо, да? Бабушка, вы на пенсии? Да. Ну вот, вы можете этим пойти. В такси будете диспетчером. А здоровски получалось. Для этого город надо знать. Бабушка, а на сколько на свидание? А сколько сейчас? 15:34. Ой. 15:34. Понимаете? Там